За перемещением Деда Мороза отныне можно следить онлайн. Ему подарили посох с ГЛОНАССом. И теперь каждый шаг дедушки под пристальным контролем всех заинтересованных. Ну, тех, кто написал ему письма с пожеланиями. Судя по данным со спутников, Дед Мороз сейчас находится в своей резиденции между селами Лопатниково и Сывороткино, рядом с Великим Устюгом. Фактически сегодня дан обратный отсчет до Нового года. Во-первых, у Деда Мороза день рождения сегодня, вот ему и подарили посох с передатчиком ГЛОНАСС. Во-вторых, в Великом Устюге была официально открыта первая елка. И дальше сказочный дедушка поедет уже по стране. Если честно, хочу сам проверить. Сможет ли система ГЛОНАСС точно определить место на земном шаре, где я нахожусь? Проверим? Кстати, идея отслеживать путь новогоднего волшебника родилась в США. Там этим занимаются с 1955 года. Начинали еще по радарам следить. Сейчас создан специальный сайт, который курирует ни много ни мало объединенное командование противовоздушной обороны США и Канады. Ведь Санта стартует с Северного полюса. Санта-Клаус трекинг вызывает каждый год огромный ажиотаж. Кстати, на работу их дедушка выходит позже, 1 декабря.